7 школах региона объявлен карантин. Как сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области, уровень заболеваемости у детей с 7 до 14 лет превысил эпидпорог больше, чем на 23%. Конкретно в областном центре за предыдущую неделю зарегистрировано 4852 случая ОРВИ. В связи с высокой заболеваемостью учебный процесс приостановлен в 32 классах школ Иваново, Лежнево и Тейково. Управление Роспотребнадзора рекомендует ивановцам уделить особое внимание профилактике. В частности, избегать контакта с больными, тщательно мыть руки и не забывать пить витамины по рекомендации врача. Стоит отметить, что эпидемия в этом году пришла раньше, чем обычно.